Да, но это все разговоры. Значительное число пенсионеров и людей больных и все прочее остались за бортом всяких этих самых компенсаций. Поэтому... Ну, вот неправда. Ну, как неправда? У нас... Ну, как неправда? Я пенсионер. Я пенсионер. Я вот здесь. Вот, смотрите. К кому обращаться надо? Человек явно пенсионного возраста. А можно я... О чем вы говорите? А кто вас? Я глава пенсионера. Возмутительно тот факт, что от банка я, от банка Слава, три письма с просьбой доставить мне информацию различного содержания. На все три письма мне три письма ответили, что вся информация конфиденциальна. Значит, брать деньги, это можно. Это не конфиденциальная информация, значит, обещают все это можно. А получить элементарно, кроме сертификата, ну как, ничего нет, ни общие условия получить не могу, ни декларации по форме получить не могу, ничего не могу получить, значит, это можно. Вот меня поражает цинизм работников этого банка, просто поражает. Такое безобразие, как будто у нас, я не знаю, ну какой век, прошлый век или там лихие 90-е годы. Сколько это может продолжаться? Показывают нам с очень большую петицию, какие, допустим, акции Бразилии, какие вот предприятия Бразилии, вот мы покупаем акции этих предприятий, мы сказали. И что? Не рубли, да, заставили бы доллары купить, чтобы вложить. Да, хорошо. Но куда пошли мои доллары? Мне просто интересно, если ни одной акции никогда не было куплено, где? Это что, валютная махинация? Куда выводились мои доллары? Мне очень интересно. Все. Конечно, вся компания жизнь. И кто мне ответит на это? Ну, по крайней мере, кто? Какой орган? Нет, одних невозможно. Люди вкладывали доллары, а на рынке репо русском. Нет, у меня риска нет, у меня нет денег. Я еще раз вас говорю. Меня полностью обнулили практически. И еще платить больше $1000 я не могу. Я пенсионер. Мать одиночка Татьяна Попова. Я-то как туда попал. Она писала искренне: ну ребята, ну я мать одиночка, у меня, извините, дети. Мы старики. Ну, они мать одиночка, просто моя мать. Многодетная мать? Ну, что-то такое, я помню. Я понял, что у нее тяжелое финансовое положение. И ее там вытащили, что вот она оскорбляет репутацию банка. Там репо было 10%. Как бы это вот, ну, как сказать, с репо интересная вещь то, что нужно оценивать не всю вот пирамиду, да, но нужно оценивать разность между тем, сколько стоит облигация, вот репо, да, как бы, и за сколько можно купить обратно. То есть, ну, будет сказать, ломбардная сделка, да, как бы, то же самое, что... Самое важное – это вот разность. Это разность – это все, что мы могли и должны были потерять. Вот. А нам в годовых отчетах было опять 10%. Такая сумма. Ну, векселя какой-то. Что предписало при этом. Нет, там векселей было в телефонах 30%, 50%. 15% наметил ограничение. Потому то, что U-Trade контролирует у нас, все понимают, что это значит. То есть Яганов по всей газете написано. Яганов говорит U-Trade, Яганов хозяин U-Trade. Там была замечательная цитата Яганова, что U-Trade — это же моя личная компания, как же она влезла? Да, нет, так причем там вот они постоянно ссылаются аффилированно-аффилированно. В инструкции с об этом не сказано, там не слово аффилированно. Это контролируемое, это самое, то есть как-то связано, там вот так вот. Ну, есть декларация, описано, что нельзя покупать. Вот такое. Ничего. Ну да, да. Ну так я к тому, что там даже вот... Или заинтересовываться. Да, что в инструкции с об даже слово аффилированное нет. То есть есть вот именно что под контроль. Потому что они пересылаются, вот там это не аффилированное формально. Это же 63-й инструкцию. Да, 63-й инструкцию. Там даже слово аффилированное нет. Ну, под контролем, да, конечно, проводили. То есть они сами себя кредитовали и кредитовали за наш счет практически. То есть тем более, что 11,5%, ну это как бы смешно. То есть я вот писал жалобу в прокуратуру, то есть я просто взял облигации Юнястрова самого, Юнястров громадный банк, да? Вот, и Марисик какая-то only trade, то есть вот облигация просто построила доходность на самом погашении этой облигации, вот, они вот прибавят там прибавку сюда, ну, примерно там процентов 12,
То есть в то же самое время мы кредитовали у Ютрейд 11%. То есть если не Астрон, так сказать, на рынке 12% платили, да, а мы 11% за Ютрейд. То есть Ютрейд, как бы, это фирма, то есть она не вела никакой деятельности, то есть у нее ничего, как бы, это не обеспеченный кредит. То есть там даже, ну, там споры были, сколько будет, сколько должно было быть, то есть оно было просто много. Потому что как бы, ну, не, нельзя так кредитовать. То есть как можно кредитовать бизнес, который не обеспеченный полностью кредит, то есть огромные деньги, и компания не ведет никакой идеи. Кредитовать можно, если вы об этом знаете, если вообще. Да нет, просто как бы никакой банк, никакой разумный кредит. Никто в здравом виде кредит не дал. Более огромные кредиты, то есть там сумма, наверное, там миллиард рублей покупали. Ну там кто говорит, ну надо просто взять и посчитать по всем фондам, что они делают. Суммы были огромные, то есть и компания, я сходил ради интереса, то есть вот попытался найти здание, где вот они находились, да? То есть Ленинский проспект, дом 4А, это здание, там много-много всяких разных фирмочек, то есть там магазины, все, да? Если такой адрес, должно быть там офис, номер такой-то, то есть все. Если даже найти невозможно, просто вот где вот. Вот я подошел. Кстати, может быть проблема, если подаете суд, насколько я знаю, там нету юридического адреса, ответчиков, нету такого адреса. Ну, юридические, да, вот у них как бы есть юридические, но физического непонятно где. И я потом полез на интернет, просто вот набрал этот адрес, я нашел в каких-то там таких вот народных списках черная регистрация. То есть как вот адреса, так сказать, массовая регистрация. Вот, я говорю, то, что они обнулили, но даже вот мы уже разговаривали, откуда они, собственно, знали, что там ноль? То есть так вот спросить, да, если это не их фирма, то есть, ну, мы пришли, но, например, я кому-то даю деньги, в долг, да, то есть вот, мне человек не платит, ну, там, Веганов объяснял, вот они не заплатили, ну, что я должен делать? Должен бежать в суд, то есть подавать иски, то есть, да, на банкротство, то есть все. А, понятно. Как они просто обнулили. Или как это, вот просто простили и все, просто до свидания. Мы об этом никто ничего не знает. Я говорю, у меня денежный рынок, важный рынок Одессы. Фонд, который создан специально для сохранения денег. Теоретически, да. Во всех денежные рынки самые надежные. Потому что там максимум на депозитах деньги держат. Кроме Юниастрома, это они специально везде писались, создан специально для сохранения денег. И вдруг там оказалось на 70 миллионов рублей векселей. Каким образом оказалось? Причем тут векселя и деньги, так сказать. Как они там оказались? Формально, конечно, они могут сказать, что да, вот там они могут их приобретать, но закон о рекламе нарушен чистейшим образом, потому что это безубыточный фонд, как они писали. Он и гаранты, денежные рынки и гаранты, у них фонды с нулевым риском, то есть которые не приносят владельцам убытка. Они везде это писали, в рекламе, у меня вот сохранились их эти книжечки. Везде они писали. Нулевой риск. Мы берем эти отчеты, то есть Иганов поступал 30 сентября, отчет 30 сентября. В отчетах, как всегда, уже не нужен. Они там какую-то сумму, прямо как-то разные эти суммы. Нет, они рисовали, как хотели. Ну да. А вот жалоба в прокуратуру, а у вас когда-то не было, да? Абсолютно все ответы были присланы из одной прокуратуры в другую перекину, да, потом перебрасывали в ОБЭП, потом в ФСРР и заглохло. Да, мне, например, я уже ходил лично в приемную президента, дал 27 февраля, я до сих пор не получил ответа. Они переслали в Следственный комитет переслал в прокуратуру, а прокуратура молчит. То есть месячный срок прошел, ответа нет. Вот как вот это расценивать? Жаловаться на администрацию президента? Кому? Вот я говорю, кому жаловаться? Нами был направлен официальный запрос, точнее предложение в банк перенести наше судебное разбирательство в Адрикейский суд. При НУФОР, национальная ассоциация участников. Да. Профессиональная структура, Адрикейский суд, нормально действует, судьи. НУФОР занимается только брокерами. Тоже сделки на это доверительное управление. То есть мы с ними согласовали этот вопрос. Нет, смотрите, ситуация следующая. Они говорят, да, после долгих там совещаний у себя говорят, да, мы возьмем вас, да, то есть на фонд. Мы послали в банк. Банк, естественно, ответил нам, вроде как и не отказ, но и в то же время из текста понятно, что они отказали. Это я к чему говорю, что банк никогда твердо ничего не говорит. Вот вроде как вот ни рыба, ни мясо, да, вот что-то такое. Вот, поэтому мы им сказали, не хотите ноу-фор, пожалуйста, там есть там инфа, да, там даже, по-моему, при ассоциации российских банков есть Адрикейский суд. Давайте там посмотрим. При Национальной лиге управляющих. Ради бога, но чтобы это были ассоциация российских банков, у нее глава Регина Сунянова, наверняка в курсе, что и не Астрон, в принципе, и Астрон.
правда, это понятно. Но мы даже готовы были и там посудиться, но они же не хотят это делать, да, то есть, ну, это к вопросу о том еще раз, да, то есть, как отвечает банк. Вот этот ответ, который мы получили сегодня, это ответ из той же серии, да. Вот, поэтому, к сожалению, мы туда не пойдем, а идем, ну, логичный иск сейчас рассматривается, вот ребята уже говорили, в арбитражном суде в Москве. Там немножко ситуация другая, там давали деньги, но основания те же. Там есть головая просто договор третьего направления. То, что ЦМД? Да, ЦМД. Ну, скажем так, правовая основа у нас одна. Практически, да, просто там немножечко, там в договоре более четко было прописано, потому что у нас договор публичный, да, то есть путем присоединения к нему люди заключали договора, и присоединили к подаче заявок. А так конкретно договор... Ну, просто непрецедентная же у нас правда. То есть, если даже ЦМД удастся что-то выжить, то вам... Вы знаете, прецедентный... Есть такое понятие единообразия применения судебной практики. Да, то есть суды в любом случае по аналогичным делам должны четко смотреть практику. И если это особенно, нет, если это, например, в арбитражном суде города Москвы было вынесено такое же решение, да, и все, то есть его не обжаловали, и нельзя ссылаться на то, что, да, потом это уже судебная практика. Судебную практику у нас обобщает, например, высший арбитражный суд. Если, например, какие-то письма высшего арбитражного суда по аналогичным делам, то это уже практика, она не прецедентна. Суды в любом случае должны прислушиваться и анализировать эту практику. У нас даже есть специальные письма высшего арбитражного суда Верховного. Судья при подготовке к судебному заседанию обязан анализировать аналогичную судебную практику. Поэтому здесь, но здесь по аналогии применяется, понимаете? Даже если Верховный, это суды разные, соответственно, подведомственные, арбитражные вообще, но все равно есть понятие применения по аналогии, сходные правоотношения. Поэтому здесь у нас практически ситуация, а у них полегче просто. Ну, банк ссылается на то, что там форс-мажор, хотя, ну, нет, ситуация смотрите. Давайте, мы тоже, если мы будем писать, мы должны понимать, что понятие форс-мажор, оно четко определено в законе. То, что происходит на рынке фондовом, оно вообще к форс-мажору никаким образом не относится. И позиция судьи такова, что вообще понятие кризис, оно не определено юридически. И понятие кризис, вообще не может являться форс-мажором по определению. Это уже есть позиция, ну, я боюсь ошибиться, либо Конституционного, либо Верховного суда. То есть ссылаться на то, что... А кто может посмотреть понятие форс-мажор? Форс-мажор, конечно. То есть вот то, что происходило, это явно не форс-мажор. Да? И те данные, отчеты, которые нам предоставляют другие управляющие компании, но там в помине ничего такого нету в это время. То есть октябрь, сентябрь-октябрь, падение там по рынку, я вот уже говорил, прошлая встреча. Ну, у кого-то 7% отпало, у кого-то 10%, 15-20%. Нет, просто я понимаю, там по дням, вот у нас, например, там 29-го, 30-го, да, минус 90%. У людей там минус то же самое, 7%, 2%. Ну, форс-мажоре. Форс-мажор, он для всех форс-мажор, да? Он же не может быть там форс-мажор для отдельно взятого банка, да? Я еще вот вдруг пишу, пропажи нефтефинанс. Там за эти дни было 3,5-4%. Все. Ну, у вас портфельная пирамида репорт удался. Да. Еще год. Причем, действительно, один банк нам вообще ответил, который мы запросили. Он там четко сказано было, что наличие пирамиды репо и векселей, да, там, консервных бумаг таких эмитентов, то есть это прямая угроза, да, ликвидности, там, стоимости паёв.